Губернатор Московской области Андрей Воробьев на расширенном заседании правительства Подмосковья поручил уделить особое внимание подготовке 12 баз для размещения команд участниц чемпионата мира по футболу. В 2018 году у нас в России пройдет чемпионат мира по футболу. Все основные тренировочные базы находятся в Подмосковье, их 12, и мы должны привести их в хорошее состояние, сказал Воробьев. С начала реализации проекта «Стрелка» 1 февраля 2015 года более 1 миллиона человек воспользовались дистанционными каналами управления картой. Из них в личном кабинете на сайте strelkakart.ru зарегистрировано более 600 тысяч человек. Более 400 тысяч человек скачали мобильное приложение «Стрелка». Благодаря дистанционным каналам управления картой пассажиры Подмосковья могут эффективно контролировать расходы на проезд и отслеживать остаток денежных средств на транспортной карте. Очередная тренировка прошла в психоневрологическом интернате города Видное Ленинского района. В учениях были задействованы пожарно-спасательные подразделения из нескольких муниципальных образований. По легенде, в результате короткого замыкания электропроводки произошло возгорание мебели и электрооборудования с последующим распространением пожара по второму этажу одного из корпусов. Спасатели в нормативные сроки справились с поставленной задачей. С 8 февраля в поселке Горки-Ленинские прошли соревнования по лыжным гонкам. Более 50 лыжников приняли участие в горкинской лыжне. Старт был посвящен Дню защитника Отечества. Участники находились в разных возрастных категориях от 6 лет и старше. Им предстояло преодолеть дистанции от 500 до 3000 метров.